Здравствуйте, друзья. Дело идет к вечеру предпасхальной субботы, выходные, но война идет своим чередом, поэтому вкратце расскажу вам о новостях. Глава подконтрольной киевскому режиму городской военной администрации Попасный подтвердил сдачу городела милиции города. Тяжело, но дело в этом городе идет. Занята станция Попасная-1 и окружающая застройка, то есть постепенно войска киевского режима выдавливаются из города. Приблизительно точно так же идут дела и на Изюмском направлении. Под Светогорском вооруженные силы киевского режима сдали населенный пункт Лозовое, не путать с Лозовым. И у них там же завалили еще один Су-24. Надо отметить, что уже в течение нескольких недель киевский режим бросает все уцелевшие самолеты именно на это направление. Их там хоть редко, но сбивают. Ну, самолетов тоже осталось, в общем-то, немного, поэтому сбивают их редко. На Азовстале же продолжается зачистка. Дело в том, что блокирование блокированием, но тем не менее разведгруппы заходят на Азовсталь и в тех местах, где сопротивления прекращаются, берут территорию под контроль. В данном случае речь идет о станции сортировочная. Установлен контроль над зданием известкового цеха. Это, в общем-то, такая основная постройка в районе, которая позволяет контролировать окрестности. Ну а на юге почти тишь да гладь. Ну, как почти. Там постепенно продавливается оборона между Гуляйполем и Угледаром. Тероборона сдается. Здесь надо сказать, что отнюдь не элитные и не лучшие части находятся на линии фронта. Поэтому, ну и вооружены они похуже, поэтому действительно сдаются в плен. Но, тем не менее, невзирая ни на что, вооруженные силы России и Народной милиции ДНР наступления не проводят. Видимо, время еще не пришло. Но при этом идет активная артподготовка, и ракетные удары наносятся при Черноморском театре военных действий. Причем не только ночью, но и днем. Прямо сейчас отрабатывается и Николаев, и Одесса. Причем отрабатывается так, что слышит весь Херсон. У Кима уныние, цитата, в течение недели под Николаевым наблюдается серьезное обострение, каждую ночь идут интенсивные обстрелы, на юго-восточном направлении линия фронта приблизилась к городу. Ну, оставим Киму вот эти вот экивоки. Суть в том, что о контрнаступлении, тем более взятии Херсона, о котором он мечтал еще неделю-две назад, речь не идет вообще. Ну, а министр обороны киевского режима Резников сообщил о том, что к Пасхе ожидаются новые пасочки с запада. Канада передаст 155-миллиметровые буксируемые гаубицы М777 и запас снарядов к них. И из Чехии перебрасываются 122-миллиметровые САУ-2С1 «Гвоздика». В сети появилось фото танков Т-72М1, которые поставляются на Украину из Словакии. Причем ранее об этих поставках ничего не сообщалось. Ну а Зеленский на радостях сообщил, что киевский режим начал получать от партнеров именно то оружие, которое она просила. Ну, подозреваю, что вот эта надпись на крылатой ракете X-35 «Уран» на Су-34 Зеленским не заказывалась. Сомневаюсь, что он просит что-то подобное, но получает он именно это. И сейчас по всем осадкам Украины прилетает очень серьезно. Вот это эпичное фото из Одессы. Россия не пошла туда, куда ее советовали послать на этом бигборде. Россия пришла. И пришла вот теми взрывами, которые наблюдаются на заднем фоне и задымлением. С пламенным приветом в Одессе сейчас уничтожаются запасы горючего, которые поступали из Молдавии. В общем, калибровка идет по полной программе. Ну, а китайцы при этом продолжают издеваться и изобличать янки в карикатурах. Надо отдать им должное. У них получается намного лучше, чем у нас. Ну, надеюсь, что пока. А вот это снова мародерка, очередная мародерка в Одессе. Таков закон и европейский порядок на подконтрольных киевскому режиму территориях. Честно говоря, в голове не укладывается, как можно жить вот с чем-то подобным. Ну и еще раз мы заглянули в дурдом, обычный день в дурдоме. В эфире украинского телевидения колдуны насылают проклятие на президента Путина. А это они же красят яйца к Пасхе, те самые яйца, которые им скоро оторвут. Ну, а это фрагмент тела отдыхающей в Одессе нацистки, той самой, которых в Одессе и вообще на остатках Украины нет. Остальные фотографии не публикую, потому что это очень близко к порнографии. И вообще должен отметить, что вы там на остатках Украины очень много нюхаете и курите. А это опасно для окружающих.
И вообще из-за этого очень много недопонимания в семьях. Люди, вы вообще общаетесь друг с другом, говорите с друг другом, потому что это гражданская война, и перерастающая очень быстро в мировую войну, ну, никому не нужна на самом деле. Единственная просьба – не переборщите с поляницей, потому что вы рискуете превратиться в неведомую зверюшку. Ну, а тем временем за пределами дурдома наша бабушка шагает по России. Вот это фотография из Реутова, а это фотография, которую я несколько дней назад сделал, приезжая в Ялту. На этом пока все. Напоминаю, что ссылки на все мои ресурсы находятся под видео. И определить их можно по номеру карты Сбербанка, которая заканчивается на 0292. Еще раз спасибо вам за помощь, терпение и поддержку. Всего вам доброго. До свидания.